Помните газодобывающую платформу в Черном море у берега Крыма? Россияне захватили ее в самом начале войны, чтобы добывать украинский газ. Потом по ней прилетел Хаймерс. И россияне поняли, что брать чужое плохо. Все оставшиеся в живых с платформы уехали. Но выяснилось, что враг оставил там некоторую аппаратуру. Благодаря стоящим на платформе российским девайсам, иранские дроны «Шахет» держали связь с беспилотником-корректировщиком «Мохаджир-6», через который россияне наводили «Шахеды» на цели в Украине. Кроме того, на платформе стояла радиолокационная станция обнаружения надводных объектов от лодок до кораблей «Нева-Б». Посредством этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря. Говоря проще, смотрели, кто куда плывет. Но больше смотреть не будут. И шахеды тоже остались без связи с дроном-корректировщиком. Потому что всю аппаратуру группа 73-го морского центра специальных операций Украины демонтировала и забрала с собой. А мачту, на которой все это крепилось, подорвала. Кстати, все это произошло в районе, который активно патрулируется российскими флотом и авиацией. Но ночью. Видимо, русские спали. Держим вас в курсе событий.